Здравствуйте! Вчерашнее утро началось с экскурсионной программы. Участники профильной смены «Молодая гвардия» смогли побывать в историческом музее, музее Великой Отечественной войны, художественной галереи и в башне Громовая. Увлекательная прогулка для жителей Новой Атлантиды. Среднерусский город, среднерусский климат и типичная среднерусская погода. Наверное, такими словами можно описать город Смоленск. Город, который в полной мере можно назвать Россией в миниатюре. Сегодня у нас экскурсионная программа по городу-герою Смоленску, по музеям нашего города. И будет интересно, поехали дальше. Здесь есть все атрибуты русской жизни. Множество памятников воинской славы, золотоглавые соборы, фольклорные музеи, путь из варяг к реке и живописные усадебные комплексы. Ну что же, мы сейчас находимся в городе Смоленске, в художественной галерее, на интересной экскурсии, которая у нас предстоит. Смоленск не случайно называют ключом к России. Этот среднерусский город, одним из символов которого является птица Гамаюн, всегда был и остается носителем исторической миссии. И сегодня эта миссия в том, чтобы показать всю Россию через один небольшой город. Имя ему – Смоленск. Ключ к сердцу России и каждого русского человека. С детства мы любим все яркое, цветное и красочное. Мультфильмы, сказки, спектакли. Вчера мы смогли окунуться в атмосферу детства благодаря кукольному спектаклю с добрым названием «В гостях сказки». Спешите! Комедия начинается! Занавес открывается! Я убедился нынче сам, что надо верить чудесам. Понятнее это все помог один веселый паренек. Ребята, не сочтя за труд, скажите, как его зовут? Каждый из профилей сумел продемонстрировать свое актерское мастерство, показав для зрителей кукольные спектакли. Опираясь на сюжеты всем известных сказок, ребята поставили 4 новые вариации. При этом участники спектаклей в кратчайшие сроки создали оригинальных кукол из всевозможных подручных материалов – носков, ткани, бумаги. За основу были взяты следующие сказки: «Кот в сапогах», «Аленький цветочек», «Белоснежка и семь гномов», «Царевна-лягушка». Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, такие, как он, повсюду ждут, скажите, как его зовут?
ему отныне предан пес. Ах, не опишет ты перо, какой восторг груди перо. И все же он великий плут, скажите, как его зовут? Последнюю сказку зрителям показал театр «Карабаса-Барабаса» Николая Петровича Сенченкова. В оригинальной интерпретации сам Карабас поведал ребятам легенду о новой Атлантиде. И дуримар, и Карабас. Но я дураченный не раз. И за хитра, и кот про хвост. Но ведь я не так-то прост. Недаром обо мне поют, все знают, что меня Ну что же, на этом у меня все. Далее новости спорта. Я передаю слово нашему обозревателю Игорю. До скорого, удачного и зажигательного дня. Когда зло поработило мир, когда в людях не осталось ничего святого, когда человечество сможет спасти только красота, с небес со своей съемочной группой спустился я, Игорь Попеев. Вы смотрите «Большие гонки», мы на креслинге. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I had my shares and my kicks in my face, but I come through. We are the champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. Cause we are the champions of the world. Две швабры, два стула, два человека. Вы бы подумали, что началась генеральная уборка, но нет. Это парный креслинг. I've taken my bows and my cotton calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all. Только что я поспорил на 5 баксов с главным судьей соревнований Оливье Ганяном, что я не смогу пройти это испытание. Так вот, Оливье, готовь бабло. Выпускай бычка! Fortune and everything that goes with it, I thank you all.
that has been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before all human race, and I ain't never lose. Champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers. Многие думают, что символом Сокляда является птица сокол. Но мы-то знаем, что символом и лицом Сокляды являюсь я, Игорь Попиев, в программе «Большие гонки». Вечером кресло наконец-таки вернут обратно депутатам. С вами был я, Игорь Попиев. Вы смотрели «Большие гонки». Все, пока. Пока. We are the champions, my friend.